Ну блин, Сань, посмотри на их статистику просто. У них парни погибли уже 15 раз. 5 очков заработали. А мы их просто респим. Но для желающих поучаствовать в розыгрыше от нашего зрителя и подписчика канала, оставляю ссылочку на его телеграм-канал, на котором как раз таки в данный момент проходит конкурс на 2500 танкоинов. Достаточно нажать на кнопку «Участвуй», и вы уже становитесь тем самым участником, которым это вполне хороший шанс на победу. Помимо этого, конечно, в телеграмчике будут дальнейшее являться как раз те самые активности, ивенты. В некоторых из них я принимал участие. Вы можете как раз таки там найти те самые ссылки и посмотреть в записи те самые зарубы в формате регби в любительском турнире. Ну и, конечно, к этому всему уникальный режим в формате королевской битвы. Если же вам хочется быть не только зрителем, то принимай участие, прояви себя и поборись за крутые призы. Уже ближе к лету будет больше подобных активностей, которые вам позволят это сделать. Поэтому оставляю ссылочку в описании, обязательно переходите и побеждайте. О, против группы играем. Да, про трофейную. Блин, броню mm-hmm. не напомнишь, чтоб я купил. Я же хотел контейнер решить броню выбить. Вот ТДМ? Да, ТДМочка, ТДМочка, Санечек, ТДМочка. ТДМочка. На лучшем молоте игры. А я что говорил? Типа, потому что ты там запустил ролик, офигеть. Этот X, его понерфили из Зиду после твоего видео. Да. И mm-hmm. сейчас снова ты видео, и снова нет. Мишаня, Теорик смотрит. Не, ну, и я б, наверное, если б я набил Изиду и меня заскамили, я один, я писал бы в Хнахелп, откуда, какого, и я там просидел сутками, играл напролет 6 месяцев, чтобы получить. Не, это 100% обидно. Но я скажу так, что ролик по трофейной Зиде не только я снимал, многие ютуберы снимали, по крайней мере, которых мы знаем. Даже Ваня сегодня опубликовал, но... Дело не в этом. Дело в том, что Орек сам тоже играл порой на Зиге трофейной. Ну, короче, суть какая. Если этот Агедыч смотрит сейчас стрим, если попадаешься... Я бы на его месте обиделся, да, на ютуберов всех, которые снимали. Ну, вроде, с одной стороны, это хайп некий, да? То есть мы его продвигаем как игрока, но с другой стороны, да, он рискует ситуация оказаться, когда настолько это... Хайповая тема, актуальная, имбовая, что придется понерфить трофей какой-то. Ну да. Ну если он смотрит, если попадаешься против ютубера, просто тебе лайфхак. Просто выходи. А то видео сделают и снова понерфят тебя. Просто выходи. Это тильт, это полный тильт. Просто взяли игрока, понерфили. Одного игрока взяли. Ну и будущих игроков, которые, конечно, играть будут. Сань, ставлю купол к ним. А ты на Титане? Да! Титан Умба, ты не слышал, что ли? Меня просили просто ролик не снимать на него. Чтоб не понерфили эту имбу на овердрайве. Я один к одному иду. Еще и с минером, не знал такой имбу? Я вообще иду на М0. Какой М0? Какой М0, Саль, Санечек? Где они? Я не знаю, пропали. Радаров пропали. Это что? Это что танк дымит, фигня полная. Да, не нравится тебе? Мне нет, раньше лучше было. Мне как-то так, знаешь, антуражно как будто стало. Может быть, не идеальный вариант. Мне нет. Прорисовки, ну так антуражненько. Если зато видно, что именно, вот бывает порой не хватает того, что сдалека ты кого-то, кто-то слил из своих тиммейтов, и ты не знаешь, он мертвый стоит или еще нет. И вот это решает, мне кажется, эту некую проблему. Вдали иногда не можешь разобраться. А так он горит, сразу видно. Еще было бы круто, наверное, Жиге добавить такую возможность, да, функционал, чтобы Жига поджигала и горел танк. А призу, чтобы он покрывался там этими льдом. Че за бедолаги попались? Можно ли заказать песню, Нюрс? Если же желаешь, да, тут два варианта. Либо под натику, либо за те ресурсы, которые вы из рулетки получаете. Поэтому подскажи, если что, сделаем. Шутку сказать, но понял, что нельзя. Не актуально. Да, не актуалочка? Не-не-не, ты че? Окей. Окей. Ну блин, Сань, посмотри на их статистику просто. У них парни погибли уже 15 раз. 5 очков заработали. А мы их просто респим. Я не буду там. Я последний. Последний бой? Я последний. Что последний? Последний противника сливаешь, не будешь?
Что? Я в табе. А, в последней тайбе? Да ничего, нормально бывает, Сань. Я знаю, что ты плохо играешь. Поэтому об этом не говорю. Не давлю на больное, но решил упомянуть. Все, тогда можно. Можно, да? Конечно. Не, молот вообще кайф. Ты на меня? Да, на минёре, с титанчиком. Помню, в свое время на эту имбу записывал видеоролик. Жесткий. Кто? Я. Ты. Я? Блин, у них, конечно, там по балансику все плохо. У них просто вышли нормальные ребята. Вы же помните, как мы заходили, там группа против была, она вышла. И вот к ним начал загружать уже таких средничков, 7000 GS. А так, если бы группа играла, может быть, у нас хоть какой-нибудь бой вышел удачный. Хотя, не знаю, они вышли по какой причине? Из-за того, что мы начали их давить или просто не стали нам мешать? Я не обратил внимания. Просто вообще жесть был. Хорошо, Нюрс, напиши, как ты подписан, я тогда спишу с тебя контейнер один и напомни, какая там музычка от тебя. Топ-шот. 160 на 25 выиграли с максимум демки. Хорош, сейчас побьем ваш рекордик. Если погибать наши не будут. Доминируй. Ну я минирую, просто подожди, мне нужно купол забрать хотя бы. Там где ты сейчас минируешь, они туда не едут. Не, я раньше минировал там, чтоб я мог сейвиться в случае убежать туда. Давай, бьем рекорд. Бьем. Ставлю купол. На самом деле на распак не очень ставить, потому что они же респятся, у них неуязвимость. Они просто эти мины разминируют. У мамонта оверка. Да, я видел. Я даже тычку не успею доверять. Даже не успеваешь свистеть, как мы тут шотаем противника. А я же даже уже не шотаю, я просто... Маму туда давай. Я сзади там засел аккуратно. Даю Тесли. Слил. Блин, какой же, мол, кайфовый. Да и минер, да все кайфовое. Минер, что руки найдем, все кайф. На минке кто-то погиб. Так, осталось 60 киллов. Наши пока до сих пор не слились, это хорошо. А сколько надо? Сколько было? 25 сколько? У них было у противника. До 20 хотя бы, чтобы мы... Я, кстати, 37 видел. Мы как-то делали, по-моему, меньше 10, мне кажется, нет? Как-то у нас был бой на стриме тоже, мне кажется, с песоками. Там то ли 15 у них было, то ли меньше 10 даже. Мной, наверное. Ну посмотри, у них 0.25 уже игрок идет. Это жесть. Не, ладно, никуда убежать не хочу. Не, не надо бежать, на самом деле. Ну, тяжко им дается. Мы просто инициативу в начале раунда взяли, да? То есть игроки, которые начали подогреваться, позже им тяжело тут успеть в этот матч. Мы втроем. Я залетел на страйкер, и челы офигели, поняли, ну, блин, ну куда? Да там хорёчек даже припасы не использует. Да я не знаю, если бы я не только я мины ставил, кто-то еще, тут вообще было бы без шансов. А так я один ставлю, по-моему. Не вижу, что у нас еще минер был. Ну, плюс мы группой. Точно, уровень игры разный. 12 килов кого-то убили. До сих пор. Не-не, было 12, до сих пор было. Надо. Уже последние 4 минуты 12. Убил. Ну ты убиваешь, да? Но, потому что нас не убили. Наш бомбочка поставил. Наш. Жесть, конечно. Но это просто так безумие. Что? Так самое интересное, что они даже не получат звезды. То есть они сидят для чего? Для того, чтобы бой завершился просто, так они звезд не получат. А слушай, а реально, Мих, а чё за прикол? Так у них опыта, смотри, а чё они сидят? Я не знаю, чего они сидят. Надеются, что успеют до конца матча набить нужное количество очков, чтобы хотя бы 8 звезд получить. Чтоб ты понимал, у чела 0 опыта, но он уже в оверку на какую, сколько он уже сидит? Ну, на викинге минут 5, наверное. Ну. Может мне залазить поражать? Так, давай сейчас, Нюрс, мы доиграем и включим во время загрузочки в следующий матч. Тут уже не отвлекаться. Хочешь, включай оверку. Там шарф прятался. Не, долеть не надо нажимать. Что, а у вас никого на лечении нет? Ну, то я так нет, смотрю, нет. КП у меня все есть, есть. Под купом лечись. Нет. Нету. Понял. Блять, 37 килов я уже набил. 12 до сих пор. Вот как мне написали в чате, так и до сих пор ничего не поменялось. Результатом противника. Я как играю, я всегда смотрю, если бы я был за ту сторону, так куда? Ну. Не, мне кажется, я бы уже что-нибудь взял по типу шафтана, еще не хотя бы союзника пару раз полечил, уже с очков бы набрал. Либо бы взял 0, какого-нибудь, 3... ну, опять же, все от гаража зависит. На мамонте хотя бы. 0?
Миха, кстати, можешь снять ролик от стрима. И какие могут быть катки в танках онлайн. Надо что-то менять с этим. Да. Баланс просто поломался. Вот и тема для ролика. Баланс танков. Да, никак там можно, на самом деле, да, отдельным видеороликом выложить на канал, на самом деле, бой такой. Показать, хотя такие матчи, на самом деле, не каждый бой. Вот я от себя скажу, что мы сегодня в стриме даже попадались в матчи, в которых реально были интересны катки, то есть очень равные поединки, но вот такие тоже порой матчи попадаются, да, когда вот мы в начале матча загрузились, группа была против, она вышла по какой-то причине, и в итоге баланс просто не нашел подходящих игроков, чтобы сбалансировать бой. Получается, что мы реально тут 40 к 1 идем, просто безумие какое-то. Тема для ролика у тебя есть, все. Да, реально, даже не тема, а можно ролик выкладывать. Да, во, все, последний кил. Смотрим. Сколько? 41 на 1. Че? Ё-ма. Жесть. По игрока напротив. 40 раз он погиб. 40. 40 раз. Это как будто я его сливал все время, да? 41 у меня. Где 40? Я не вижу 40. Я вижу. Второй снизу у них, X, который. 5 опыта, боже. Так они 50 кристаллов получили, 0 звезд. Какие 55 кристаллов? Не, 50 написано кристаллов у него. Франка. А первый? Да, первый. Там где 5, я уже не смотрю туда. Там вообще все плохо. Не, вот так вот. Поэтому, друзья, напишите обязательно в комментариях, насколько вы часто сами встречаете подобные, да, матчи. Но вот такое порой, конечно, бывает. Конечно же, поддержите лайком ролик, подпишитесь на канал. Ну и, возможно, поделитесь, как я ранее говорил, впечатлениями, какие матчи вам попадаются, сколько часто, может быть, более сбалансированные. Но мы группой играли, поэтому тут, к сожалению, против группы изначально, когда начинали играть, все уже пошло не так, как, возможно, было задумано. В плане как раз таки механики баланса нашего матчмейкинга.